Поразившая Лару Фабиан, Фидан Гусейнова едет удивлять Европу. Певица из «Золотой книги талантов Азербайджана» представит страну на международном музыкальном конкурсе в Минске. Фидан Гусейнова, поразившая своим голосом известную певицу Лару Фабиан, представит Азербайджан на международном музыкальном конкурсе «Детское Евровидение 2018». Претендентов на представление страны на конкурсе было очень много, но выбор был остановлен именно на Фидан Гусейновой. Причиной этого стало то, что за год юная певица добилась больших успехов, приняв участие в международных проектах и представив новые песни и клип. Конкурсная песня пока еще не выбрана, и мы пока не можем сказать, какого жанра будет композиция. Но верим, что Фидан сможет достойно представить Азербайджан, так как у нее великолепный голос. Фидан Гусейнова является ученицей 6 класса Оксфордской школы в Баку и изучает несколько иностранных языков. Помимо этого, она увлекается спортом, в основном баскетболом. Фидан отметила, что сделает все возможное, чтобы достойно выступить на конкурсе. На данный момент шестиклассница занята выбором песни и, возможно, сама станет одним из ее авторов. Финал детского Евровидения состоится 25 ноября в Минске. В нем примут участие представители 19 стран, в том числе Албании, Беларуси, России, Франции, Грузии и других. Фидан Гусейнова – президентская стипендиатка, участница огромного количества международных конкурсов. Имя певицы включено в Золотую книгу талантов Азербайджана. О ней стали говорить после того, как во время бакинского концерта Лары Фабиан девочка вышла на сцену дворца Гейдара Алиева и исполнила с ней дуэтом легендарную песню «Житейм». What is your name? Фидан. Фидан. Фидан, how old are you? 8. Wow. Malade, complètement malade. Tu t'en fous, je suis mort.